видео экспресс-теста очередного китайского творения. Так, собрали, фонарик включен. Даем трохи давления. Вроде бы там расчетное у него 60. Заявленное 60 метров погружения, да? Да. Ну и Андрюха вроде бы на техно записался. Так что 200? Нет, 200 нет. А 60 хайбуде. На 60 метрах при изменении положения фонарик решил вырубиться. Ну, мы решили тест не останавливать, а продолжить. Довести дело до конца. Фонарик, конечно, просили не убивать, но что поделаешь. Так, глубина чуть-чуть у нас упала, 57 где-то метров. Перекрываем. Да, без подсветки плохо. Ну ладно. Сбрасывай. О, какие-то большие пузыри пошли. А ну давай еще. А все, ноль. Все? Да. Резко, да? Сейчас разберем, посмотрим. Все лишние пузыри поудаляли. Еще раз остаточным давлением. Все, сбрасываем. Да. Ну, а не, что-то вышло. Что-то вышел какой-то пузырь. А это пузыри расширились на корпусе. Там оно тогда видно такое. Оно начинает так нормально пузырить. А, в смысле, из самой воды выделяется, типа, да? Да. Посмотрим. Подожди, подожди, подожди. Нашли вот этот фонарь. Нашли у него одну интересную особенность. Чего он выключился? А ну. Оп, все. Выключился. Это аварийное выключение фонаря. Специальное. А, можно, да, смотри, специально, наверное. То есть легонечко хлопаем по задней стенке, и он вырубается. Да? Все. А попробуй вторую кнопку включи, там красный также будет. А, интересно. Да. Да. Очень удобно. Очень удобно, да, это хорошо. Да, 60 метров держит. Сухой, вот такая вот конструкторская особенность у него. Китайцы все-таки продвинулись. Тут у него уже контакты. Контакты подпружинены, какие-то медные, скорее всего. Значит, аккумуляторный блок. Уже не просто забрасываем в корпус туда, там где пружинки раньше были, которые подгорали. А вот такой вот контакты тоже подпружинены, тоже из какого-то желтого металла. Значит, 4 18 650, якобы на 5000 мАч, но вряд ли. Рингов не пожалели. Значит, наверх идет, которые примыкают к голове, 3 оринга. Вот они, раз, два, три. На низ идет на аккумуляторную крышку. Да, кстати, уже его разбирать не надо. Здесь зарядка в комплекте идет под нижней крышкой. Здесь поставили 2 радиальных и поставили еще 1 торцевой. Это вот задняя крышка. И вот, то есть так. Единственное, что не подписали, где плюс, где минус. И внутри тоже не подписано, но забрасывать надо пружинками вниз. Вот так вот. 2 и 3. Вот так вот. Вот так. Получается. Ну, прогресс налицо.
Уже как бы неплохо. И сейчас продаем его просто не туция на 60 метров. Чтобы не переключался, потому что у предыдущих моделей были варианты переключения в синий, в красный свет, что очень напрягает. Кажется, что за тобой гонится полиция, когда она мигает. Красный моргающий. Да, красный моргающий, синий моргающий. Сейчас еще раз зарядим барокамеру.